Всем добрый суток. Надел куртку сейчас с капюшоном. Сейчас ливень кончился. Немножко хотел белым днем покормить. Ну, по-светлому не получилось. Лил так. Сейчас идет дождик. Тихо. Я им все приготовил. И воды, и это менять. Сейчас давайте по творогу им дадим. Каюр. Скажи голос. Голос. Крыши надо просматривать все. Я вам через решетку буду давать. Творог. Кушай. Так, морковка. Сейчас. Вот, нюхай. Ну-ка, иди сидеть. Голос. Голос. Че за голос? Че за, иди сюда. Иди. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне сюда. Голос. Че за. Че за голос. Че за голос. Ну ладно. Твой разговор мы зачитаем. Засчитаем, как выполним. Тебя здесь. Но надо перекладину всю просматривать. Бел, у тебя тоже чуть-чуть, да? Нет, это вот не, у тебя сухо вообще все. И у Златки где-то капает. Блин. Сейчас. Держи. Творожная душа. Сейчас воду поменяю вам. Сна. Стреляет он с пятизарядки, кто-то долбит. Морда. Села. Мокрые все. Потом каюр, он не дурак, он раз, и ты с ним в его вольер. Твой-то закрыт был, прикрылась дверка. Давайте, ешьте по этому. Я сейчас за автомобилем. Опять зарядил дождик. Вон творог на ура идет, да? Вон миски гремят только. Вот опять начал лить. Все. Иду за кашей. Все. Чистота и порядок. Каюр, у тебя как дела? Все чисто, да? Так, воду я сейчас в сторону. Или сразу буду вам носить. Вот зачем вы начали копать? Здесь вот. Где я засыпал. Кормлю в дождь. Идет дождь. Кормлю. А что делать? Я в куртке, все. Как полагается, с капюшоном одетый. Ой, застыло. Каюрчик, каша. Холодец целый. Так, у тебя вода чистая. Вот его единственное. А у этой все выкупано. Сейчас, Каюр. Так, с тобой все, Каюрбан. Я в шортах, правда, в шлепках. Смотрите мой прикид. Не в куртке. Так. Ай.
Ребенок. На, чудо-ребенок. С хорошим аппетитом. Ну, застыло. Холодец, что теперь сделаешь? Да то полезно. Все собаки у меня никогда не было слабых, рахитных. Не всегда были собаки все сильные. Упитанная шерсть. Никогда вот за сколько лет, чтобы был какой-нибудь рахит, больной. Ну, в 90-е были моменты. Две собаки, два щенка умирал от чумки. Тогда прививок ничего, кроме пенициллина-то, не было. Не пьешь ты воду? Так, куда я? Хотел в кашу зачерпнуть. Застаивается вода, ну, ребят, все молодые, все нормально. Сейчас буду кормить. Прям миску. Водички попью, здесь загустело чуть. Там все, и ливер, и курятина, все, вкусняшка, да. Дождик, у тебя вообще сухой вольер, это хорошо. Каюру Чизи надо смотреть. У Златки тоже, да, два вольера, просмотреть пробивку. Или что, где-то у меня убрано. Мозаика, это замазка. Ну, теперь, когда дожди кончатся. Там снега наступит. Да? Морда. Морда ты моя, морда мокрая. Вы все мокрые, вы гуляли. Ну а как я вас не выпущу? Я думаю. Чизи вообще по барабану. Это дождик. Сейчас Злат воды возьму. Ешьте. По третьему кусочку. За вами никто не считает. Так, это вода. О, сыпет. Я уже чувствую, что я весь мокрый. Куртка вся. Прям как желе. Так, что надо испачкать руку. Все вам, мадам. Будьте любезны. Кушай, моя вкусняшка, да? Хорошая каша получилась. Потом опять гречу будем. GoPro-шку я мокрый уже вся. Но все равно не удержался. Снял вам. Думал, снимать, не снимать. Творог лежит. Буду давать. А до этого еще сильнее дождь был. Вот я выбрал момент. Думал, ну что, тянуть надо было, конечно, и... Зонтов у меня ничего нету. Вот, поэтому думал плащ-палатку одеть, а потом, да, бог с ним. Одел куртку с капюшоном. И все. Думал, по чуть прибираю, сейчас пойду. Полы надо помыть, то все. Сполоснуть, освежить чуть-чуть. Все, кушайте. Морды.
творог съели, каша наложена, кушайте у вас это, завтра на следующий день опять будем варить. Так и живем. Ну, запас еще есть немножко. Как бы продержимся, должны до конца месяца продержаться. Да? Ничего. Бог терпел, нам велел. Издержались мы немного, сильно очень даже, но что теперь сделаешь? Вкусно. Честно. Каюрчик, ты подъел хорошо, наверное, да? Вот, и уже все, и дно видать. Молодец, мужчина. Таскаешь, там распаковываешь. Ну все, я тогда забираю к дому тачку. И поехал я на водокачку. Так. Ну что я могу сказать? Увидимся на каналах по чуть-чуть, по чуть. Дай бог народ подтянется, будет, вернется все назад. А то все куда-то, все подевались. YouTube еще чудит, так что не удивляйтесь ничему. Идут работы, и он данные неточные пишет, поэтому он сам это об этом предупреждает. Давайте, всем пока-пока. Всем всего хорошего, всем приятного аппетита, здоровья, счастья, берегите себя. Обнимаю до хруста, давайте, позвоночники. Увидимся на каналах.